8 районах Кустанайской области стадная саранча атаковала поля аграриев. Сейчас в регионе работают специалисты Минсельхоза. Параллельно продолжается химическая обработка. Наибольшая площадь распространения насекомых отмечается в Жангельдинском районе. Оттуда они мигрировали в Наурзумский. Сейчас саранчой в области заселено почти 500 тысяч гектаров. Чуть больше половины из них в особой зоне риска. Сотрудники областной территориальной инспекции сообщают, что повреждений посевов сельскохозяйственных культур не отмечено. А вот, правда, аграрии говорят об обратном. Информации от столичных экспертов пока нет. Они сейчас выясняют, имеется ли нанесенный ущерб или нет. В случае определения будет устанавливаться площадь. Пока цифр нету. Для этого нужно определить площадь, и только после этого информация будет предоставлена.